Приветствую вас, ребята, на нашем канале. Канале Музей Game Brick. Обзор сегодня будет вот этого вот маленького наборчика 60090. Это новинка второго полугодия 2015 года. Серия City, подсерия, подводники, водолазы, исследователи морских глубин, в общем. Набор называется «Глубоководный скутер», в нем всего лишь 42 детальки и одна мини-фигурка. Самый доступный набор серии. Коробочка набора совсем небольшая, крохотная. Мне очень понравился, как сделаны фотки вот эти, что на сайте, что на коробке, что вот здесь вот вода так прям реально сделана. Красиво очень выглядит оформление, мне понравилось. Красиво. На обратной стороне показан осьминог и аквалангист, удирающий от этого осьминога. Наш аквалангист в масштабе, в размере 1:1. Откроем набор, посмотрим, что там новенького и интересного. Пакетик с деталями, отдельная осьминожка, небольшая инструкция. Из уникальных деталей в наборе вот данный гарпун отличается от обычного гарпуна тем, что у него здесь квадратик такой, как вы видите, и вот здесь вот квадратная вещь. К сожалению, у меня сейчас нет под рукой обычного гарпуна, чтобы сравнить, но вот они немножко разные. Сборка, как обычно, начинается с мини-фигурки. Замечательные черно-красные цвета. Красиво сделана серия. Если говорить в целом о серии, она мне очень понравилась. Я видел эти наборы собранные в магазинах. Пока это первый мой набор, который я собираю в данной серии. Но мне понравились все эти детальки, наборчики. Очень красивая цветовая гамма. Осьминог не новый. Данный осьминог уже встречался до этого. В «Пиратах» в 2009 году он был точно такой же, темно-красный. После сборки набора и запасных деталей у нас вот такая вот маска, которая явно лишней не будет. Сейчас посмотрим набор уже поближе. Несмотря на то, что этот набор самый маленький в серии, мне он понравился. Классный осьминог, привет, пираты. Неплохое транспортное средство и замечательная фигурка. Давайте начнем с фигурки. Мини-фигуркой набора является водолаз-мужичок. Очень красиво сделано, эффектно смотрится красный с черным. Ну, всегда красный с черным хорошо смотрелись. Отличные принты с двух сторон тела. Сзади у него баллон с воздухом. Ну, и на голове, естественно, маска. Шлем с маской. Если снять с него маску и его оборудование, то видим отличные принты на теле. Какое-то оборудование там пропечатанное, молния. Голова самая обычная. Данная мини-фигурка одна из самых частых встречающихся в серии. В четырех наборах она встречается. Сзади классный принт, он на молнии там кармашек какой-то. В общем, на мой взгляд, великолепная фигурка. Очень красивая и, ну, вся серия хорошая. Не мини-фигурка, но тоже живность. Это осьминог темно-красного цвета. Вот такой вот обитатель морских глубин. Осьминог смотрится интересно. В этот раз ему приделывают глаза такие большие. Хорошая фигурка. Щупальца у него подвижные, такой резиновый. Естественно, сюда можно что-нибудь засунуть, что-нибудь схватить, например, вот камушек можно схватить щупальцей. Ну, да, наверное, только вот этой, из остальных он вываливается. Такая вот осьминожка. Кроме этого, в наборе есть вот такое растение, возможно, даже водоросль, а возможно, подводное растение. Кстати, водоросли и растения – это отличаются вещи друг от друга. Ярко-зеленого цвета. Лишнее тоже никогда не будет. И транспортное средство. Такой вот глубоководный скутер для нашей мини-фигурки. Он его может взять в руки, зацепиться за него. И вот таким образом он плавает. Винты крутятся. Несмотря на то, что такая штучка маленькая, функциональность у нее вообще на высоте. Данные вещи поворачиваются, и можно по-разному их этими клешнями пользоваться, клешни-манипулятор. Это здорово, что они вот так вращаются. Так вращаются и так вращаются. То есть можно схватить вообще все, что угодно.
Здорово. Также два гарпуна по краям, ну, видимо, чтобы попытаться отнять осьминога вот этот вот алмазик. К сожалению, в данном транспорте нет темно-синего цвета. На мой взгляд, вот если бы вот эти были темно-синие и хваталки темно-синие, смотрелось бы это более эффектно. Но что имеем, то имеем. Темно-синий в более старших наборах, где больше деталей. Нет, здорово. Здорово, отличный набор. Сделаем несколько фоток, будем заканчивать. Вот мы с вами посмотрели набор 60090, скутер, мини-фигурка, осьминог, да, травинка еще была, растение подводное. Отличный набор, советую приобретать. Хорошая вещь, за ней очень большие деньги, хотя, конечно, сейчас наборчики подорожали. Вся серия замечательная, несмотря на то, что набор самый маленький, очень хорошая подвижность вот этих вот клешней у скутера, здорово сделано. В общем, мне понравился набор, поэтому твердая пятерка. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Ставьте лайки, если вам это все понравилось. Увидимся с вами в музее, ребята. Всем пока.